Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня днем стартануло событие под названием «Алчный посланец». В ходе этого события мы можем убивать алчных гоблинов и выбивать с них различные полезные коллекционные предметы. Например, мы можем получить питомца, за которого мы получаем великое достижение. Мы можем дропнуть замечательного скакуна Тиреля, который был доступен в декабре 2011 года по годовой подписке. И это реально круто. Прошло столько лет, а маунт до сих пор ценится и до сих пор неплохо вписывается в тематику Варкрафта. То есть он не устарел морально и физически. Вылутать его — реально удовольствие. Теперь же поговорим о том, как его можно получить. Получить его можно, убивая алчных гоблинов в ходе этого события, как уже было сказано ранее. Событие будет длиться с 25 мая по 14 июня. Ходим по локациям, там большое количество заранее собранных групп. Открыв вкладку «Другое», мы всегда можем их увидеть. Что-то по типу Diablo 4, Goblin Waiting, Goblin Farm. Ищем, джойнимся, убиваем. Можно килять их сколько угодно. Хоть 10 штук в минуту, если у вас имеется такая череда инвайтов. Почему бы и нет? Уверен, вам повезет. Также повезет и вылутать различные другие награды, помимо скакуна Тиреля. Но скакун — это реально самый ценный лут. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!